Скажите, пожалуйста, а кем вы работаете? Юристом. Менеджером. Футболистом. Футболистом. Да. Бегаю, прыгаю, голы забиваю, пропускаем голы. Предпринимателем. Мы продаем коммунальную, дорожную, строительную, аэродромную технику. Промотор музея Эйнштейна. Я очень спешу, я преподаватель университета. Мы студенты. Мы учимся. Я не работаю, я на пенсии. Госслужащий. Я финансовый консультант. Мы не работаем. Мы не работаем. А почему? Нет, нигде. Сократили банк. А кем вы работаете? Ой, я аппаратчиком. А что? А скажите, а в вашей сфере деятельности обстановка какая на сегодняшний день в момент кризиса? Знаете, как-то не очень радостная, не веселая, может. Чувствуется? Ну, чувствуется, конечно. Да. А вы уверенно занимаете свое рабочее место или есть опасения того, что вас могут сократить? Ну, есть опасения, конечно. Да. Сейчас нестабильно вообще, ни в одной сфере, наверное. Да, кризис ударил по всем, мне кажется, отраслям Российской Федерации. Самые главные сложности – это отсутствие спроса, доход населения, все. Чувствуется такое общее уныние, но постепенно люди все равно начинают верить в завтрашний день. Задержка зарплаты, то есть, в принципе, мало объемов работы, то есть финансирование в организации убавилось. Как бы вот такие проблемы. Не, слава богу, у нас стабильно в вооруженных силах. Нет, вообще все окей. А среди ваших знакомых сокращали кого-нибудь? Нет, но разговоры идут у всех. Сокращения? Сокращения уже идут. Не могут быть, они идут. Что касается вашей должности, может быть, эта должность сокращена? У вас есть такие опасения, что вас сократят? Ну, если компания обанкротится, то, наверное, мы сократимся, да. У вас на работе сокращали кого-нибудь? Конечно. Ну, процентов на 50 штат. Ну, безусловно, так сказать, идет очень большое сокращение врачей, прежде всего городских поликлиник, так сказать, очень многие профильные специалисты оказываются, ну, не, вне своей сферы деятельности. Скажите, а вы уверенно занимаете свое рабочее место? У вас есть опасения, что вас могут сократить? Сократить сейчас могут любого. Сейчас время, которое не признает авторитетов. Работают совершенно другие факторы при принятии решений. Так что 100% быть уверенным в чем-то я бы сегодня не рискнул. Есть ощущение, что вас могут уволить? Нет. Ну, не буду скрывать, да, да. Хотя это, в общем-то, преследует всю мою жизнь, даже и в советское время то же самое было. Расслабляться не нужно никогда. А в связи с этим вы думали о смене профессии, может быть, пытались подыскать какое-то рабочее место другое? А куда идти? Ну, вот, я не понимаю, куда здесь в Саратове можно идти. Вы же сами прекрасно знаете, что здесь средняя зарплата не больше 15 тысяч. Ну, попробуйте на 15 тысяч, например, четверых детей прокормить. Как вот вам удается в этой ситуации справиться вообще, да, с этим? С одной работы на другую бегу. Вот так. Я и на стройке работаю, и еще по вечерам заказы выполняю. Но это что касаемо меня. Спать надо по 4 часа в день, вот и все, чтобы прокормить себя. Вот и весь кризис. А что намерен делать? Искать работу. Но везде пока могут предложить только до 10 тысяч, так же и биржа предлагает. То есть минимальный уровень зарплаты. Ну, у нас примерно 80 человек так ищет сейчас работу, да. Ну, кто-то нашел на почте за 15 тысяч, там, водителем, график 6 и 1 рабочий день. Тот также нашел, ну, не более 10-15. А чувствуются ли какие-то протестные настроения у этих людей? Само собой. Конечно, не чувствуется. Потому что уже верить никому нельзя, получается. Ни политикам, ни работодателям, ничему. Все идет только к развалу.